которые участвуют каждого взвода. Нет пределов. Неважно, бежишь ты, ползешь или лезешь, ты создаешь себя сам. Это такая игра, где все по-настоящему. Ну, я думаю, можно потихоньку переходить к вопросам. Мы готовы ответить на все. Вооружение, если не стрелкового, а более крупнокалиберного, у нас число это 1000. Вот, возможно, мы откроем какие-то небольшие там... Ну, они, на самом деле, сложно так рассказывать, описывать. Они все одарили себя... Совершили этот поступок. Поэтому, конечно же, мы глаза вообще лица людей. Это одно из значимых, самое, я бы сказал, массовое событие, которое произойдет в спортивной жизни Приморского края. Плюс оно имеет яркую патриотическую направленность. И плюс здесь уникальность проекта в том, что не только администрация Приморского края, но и командование Восточным военным округом, Тихоокеанским флотом. Одним из препятствий, скажем так, на этой трассе будет большой десантный корабль Тихоокеанского флота. Мы поставим корабль к берегу, и участники открывать тайны, вернее, открывать то, что они будут делать, я вам не буду, пусть это будет тайной, вот, но они там побывают. Наша